Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Со мной сегодня Анатолий Эдуардович Юницкий, отец-основатель SkyWay, отец технологии, генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнных технологий, который лучше, чем я, во много раз расскажет, где мы сейчас находимся и зачем. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Берлин. Снова берем Берлин второй раз, Инотранс 2018. Где показаны все достижения транспортной отрасли со всего мира. Хотя я походил и посмотрел экспозиции других, они показывают то, что показывали 2 года назад. Многие. Новости только мы показываем, да, реальные. Да, и мы крутую машину показали, и когда наш перевозчик привез, а это было защищено, ну, это немецкая компания, которая перевозила наш подвижной состав сюда, они говорят, белорусы привезли какую-то ракету. Вчера тут народ ходил, покажите ракету. Ракета неэффективный транспорт, поэтому это не совсем правильная аналогия. Мы показываем юнилет, высокоскоростной юнибус, который развивает скорость 500 км в час. Это уникальная машина, она аналогов не имеет. Если перевести электрическую энергию в топливо, в условно топливо, то машина 6-местная будет расходовать на 100 км пути 8 литров топлива. Это как обычный легковой автомобиль при скорости 100 км в час. При увеличении скорости мощность сопротивления аэродинамического возрастет пропорционально кубу скорости. Поэтому если со 100 км в час скорость увеличить до 500, то это 5 кубе. Мощность аэродинамического сопротивления увеличится в 125 раз. Поэтому не так легко, как кажется, получить высокую скорость. Например, аналогом является это электромобиль. Поэтому с автомобилем это правильно сравнивать. Допустим, Bugatti. Двухвесный Bugatti Veyron стоит 3 миллиона евро. Наша машина при серийном производстве будет меньше 100 тысяч долларов. Он будет стоить, ну, вот, юнилет, как примерно легковой автомобиль. Примерно, так как джип. Так? Он для получения скорости 500 км в час должен иметь мощность двигателя 3000 кВт. Сейчас у него 1500 лошадиных сил, только 430 км в час. Да? И расход будет 100 литров топлива на 100 км пути. Поэтому аналогов в нашей машине нет. И мы ее вот показываем, этого красавца. Эта машина сделана не дизайнерами, как обычно говорят, вот автомобиль, сделал такие-то... Какой-то дизайнер. Да, и маркетолог. Это сделал инженер. И форма юнилета, она обусловлена аэродинамикой. И продута вот, в трубе явно. Безусловно. Так продували мы не раз. И это экспериментальные данные. CX это 0,06. Bugatti, он не может двигаться без антикрыла, потому что иначе перевернется. Вот если взять с антикрылом, его CX 0,42. То есть оно еще ухудшает его аэродинамические... Безусловно, потому что прижимает, да, зад, иначе взлетит, так? И, то есть мы улучшили аэродинамику по сравнению с вот крутым автомобилем, спортивным, да, спортивного типа, в 7 раз. И при этом у нас нет пневмомашины, которая катится по асфальту, и там тоже большое сопротивление к движению при высоких скоростях. Вообще пневмомашина при малых скоростях еще более-менее нормально работает, но с учетом скорости ее... нелинейно сопротивление увеличивается очень сильно. И, например, если взять автомобиль, который мы разгоним легковой до скорости 500 км в час, то примерно половина мощности двигателя уйдет на пневмомашину, это 500 и больше лошадиных сил, чтобы просто преодолеть сопротивление качания колеса. И половина примерно на аэродинамику. А у нас остальное колесо катится по основному рельсу. При этом у нас нет эффекта экрана, что тоже ухудшает аэродинамику, когда есть полотно, да? И уникальная форма, когда два хвоста. Это мои идеи, и, кстати, японцы сейчас это используют, но, правда, не ссылаются на автора, кто, то, что я об этом говорю уже лет 20, и есть иллюстрации там 2000 года, еще раньше, когда едет поезд, и у него два хвоста, потому что именно в хвосте делается аэродинамика, и это самая обтекаемая форма. Поэтому это не капля. Здесь нет капли, это совсем другая форма. И она имеет вот исключительно хорошую жизнь. И вторая машина, которая здесь представлена, она стоит там на улице, во дворе, это 18-местный уникар. Это рабочая лошадка, которая отбегала уже не 1000 километров у нас в экотехнопарке. И 4 августа на экофесте привезла около 1000 пассажиров.
Ну, я надеюсь, что вы подробнее о ней расскажете возле нее. Я думаю, это не последнее интервью для нашей информационной службы. И вообще, очень многие люди интересуются, будете ли вы здесь все 4 дня работы выставки? Да, я специально приехал сюда. Здесь запланированы серьезные встречи, в том числе с инвесторами, в том числе с заказчиками, поэтому я буду здесь. Вот вы предварили мой следующий вопрос. Какова цель участия? Ведь вроде бы уже у нас в кармане реальные адресные проекты и начинается реальная стройка в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот цель участия в выставке хотелось бы узнать у вас. Мы слабо продвигаем, к сожалению, наш продукт, тем более он инновационный. Посмотреть, как там Siemens делают другие компании. Они тратят на это огромные деньги, на продвижение. Посмотрите вот рекламу по телевидению. Без этой рекламы продукт, товар не покупали бы. Поэтому мы должны еще сильнее рекламировать нашу продукцию. Да? А наша продукция на самом деле не там мотор-колесо, или там не аэродинамика исключительно, или там салон. Нет, на самом деле мы должны продвигать и продавать услугу транспортную, услугу более комфортную, более безопасную, более экономичную и более доступную. Видите, там нет технических терминов. Ни марок стали, ни диаметр колеса, ни мощности двигателя. Все это вот и та же хорошая динамика на что направлена? Чтобы меньше тратить энергии, топлива, чтобы был билет дешевле. Чтобы мы меньше энергии тратили и меньше нарушали экологию. Поэтому вот такие, как экологичность, эффективность, доступность, да? Вот главный критерий, что мы должны продавать. И мы об этом должны говорить. И когда заказчик это видит, то он начинает заказывать нашу технику. Как более эффективно. Да. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович, за интервью. И в конце, люди, наверное, ждут от вас каких-то последних, главных, конечно, привычных слов. Итак, строй SKWay, спасай планету.